Здравствуйте, приветствую вас на своем канале. Меня зовут Ольга. У нас сегодня расклад на тему мысли мужчины о вас сейчас. Как всегда, у нас будет три варианта. Первых три карты. Что между вами сейчас? На сегодняшний день информация, о которой вы можете понять, кто это и ваш ли это вариант. Итак. Первый вариант. Второй вариант. И третий вариант. Что между вами сейчас? Итак. Мысли мужчины о вас, что он о вас думает? Что он о вас думает, этот мужчина? Что ты думаешь об этой женщине? Сознание мужчины, что на подсознании у него по отношению к вам, что у него на подсознании. Как этот человек видит вашу ситуацию, да, для себя? Как он видит вашу ситуацию для себя? Готов ли он к чему-либо? Как видит ситуацию для себя этот человек? Эмоции и чувства мужчины по отношению к вам. Какие эмоции вы вызываете в нем? И, конечно же, посмотрим, да, яркую вспышку, посмотрим информацию, вот что не выходит из головы, что, с чем он засыпает, с чем он просыпается, какая мысль чаще всего вот пульсирует у него в голове по отношению к вам. Из темноты его сознания чаще всего всплывает, что снится, возможно, этому человеку. Итак, мои дорогие, кому не хватает времени, ставьте, пожалуйста, на паузу, а мы будем начинать. Первый вариант, первых три карты, что между вами сейчас, на сегодняшний день. Если слышите, что информация о вас, о вашей паре, значит, это ваш расклад. Или, возможно, вас заинтересует этот человек. Нет, выбирайте, пожалуйста, другой вариант. Или, возможно, другое видео. Итак, что между вами? Вы знаете, между вами любовь. Любовь, да, действительно, и любовь взаимная. И, возможно, ситуация сложная, потому что справедливость указывает, что надо уже делать выбор. Нужно выходить из какой-то ситуации. Нужно уже подниматься по этим ступенечкам, да, и идти к чему-то лучшему. Возможно, для кого-то нужно сделать некий выбор. Сжечь некие мосты, которые вот остались позади, и идти стремительно вперед. Я вам скажу, что эта любовь, она справедливая, она как по справедливости дана. Но, возможно,
Возможно, кто-то еще, знаете, что-то боится оставить позади. Вот здесь конкретно идет ситуация, что да, здесь в этой паре есть любовь. Безусловно, безусловно. Но нужно рассудить справедливо, нужно что-то оставить позади, нужно выйти, возможно, кому-то из каких-то отношений, если кто-то не свободен. Здесь идет ситуация, что путь виден, но нужно сделать справедливо. Если кто-то на двух стульях, так нельзя. Потому что здесь идет как справедливость, стоит перед твоим счастьем. Ты можешь подняться и быть счастливым человеком, но сначала, да, ты должен поступить правильно. И, возможно, вот это правильно не очень удобное. И, возможно, это правильное не очень, знаете, такое приятное. И вот эта карта колесницы, которая говорит о том, что ты будешь двигаться вперед, но для начала нужно сжечь мосты, нужно оставить что-то на другом берегу, нужно что-то о чем-то забыть, возможно, да? Здесь может пройти вот такая ситуация, что здесь нужно бороться за свою любовь, потому что любовь дана, но ты будешь счастлив, да, придешь к некому свету, если ты, возможно, партнера оценишь по справедливости, да, прислушаешься к тому, чего желает он, чего хочет он. И вот только тогда, когда будет справедливость между этими людьми, тогда и наступит настоящее счастье, тогда и будет движение вперед. И здесь идет вот момент какого-то. Но я вам скажу честно, если этот треугольник, для меня очень понятно, да, между людьми любовь, между людьми все хорошо, но дабы прийти к настоящему счастью, нужно что-то отрезать, отрубить, поступить справедливо, да, со всеми и с собой в первую очередь. А так, знаете, держать кого-то в темнице, вот, например, женщину, если мужчина держит так, да, в каком-то обещании, и не давать ей подняться по этим ступенькам и обрести это счастье, это все-таки жестоко, да? Давайте посмотрим еще, что между вами сейчас, на сегодняшний день. Если вы на расстоянии, потому что вот здесь карты сразу пошли, что может пройти и такая ситуация, если между вами расстояние, здесь тоже, знаете, как нужно. Возможно, документы какие-то, возможно, знаете, как по справедливости все-таки сделать этот шаг. Потому что ты как сам закрываешь себе дорогу, ты как сам закрываешь себе глаза к своему счастью. Что-то нужно перейти, пересечь, перебороть. То есть здесь, да, здесь есть чувство, и это просто великолепно, потому что карта вышла первой. То есть это доминирующий в ваших отношениях. Любовь есть. Чувства есть, но и есть вот конкретная преграда. И эта преграда, она может быть связана четко с каким-то документом. Вот если или человек не свободен, или человек может быть на расстоянии и нужно сделать какие-то документы. Но здесь идет такой момент. Будь справедлив к своей любимой женщине, да? Дай ей то, что она желает, и ты будешь счастливым. Потому что вот сейчас, да, как ситуация некого, как я вот-вот сорвусь. Возможно, женщина, да, несмотря на свои чувства, несмотря на свою любовь, она все-таки, ее не устраивает вот это положение, да, ей бы хотелось путь попроще, путь по справедливости, да, чтобы все было правильно. А вот быть в этом состоянии, когда ты вот-вот сорвешься в пропасть, и еще какие-то коршуны только наблюдают за тобой, да, дабы ты где-то ошибся, где-то в эту пропасть свалился, они бы потешились. Но я вам хочу сказать, что здесь идет момент все-таки отношений. Все-таки отношений. Здесь действительно любовь. И здесь, возможно, сейчас какой-то вот тяжелый период. Или расстояние. Или какая-то здесь даже может пройти и ссора. Потому что здесь карты сразу нам оказали. Здесь есть любовь между людьми. Но нужно быть справедливым. Да? Нужно быть справедливым. Какое-то прошлое, какую-то, возможно, и обиду просто. Нужно оставить позади. Дабы быть в полной мере счастливым человеком, дабы быть в прекрасных отношениях, а не висеть, вот понимаете, на краю этой пропасти, в неизвестности, что же будет дальше. Здесь, если вы загадали человека, с которым у вас ссора, вот здесь четко показала вот этот момент, да, что надо быть справедливым, тогда у тебя будет открыта дорога к счастью.
Надо идти на компромисс. Но здесь у меня четко идет, что человек, мужчина держит вас именно на краю этой пропасти. То есть он, знаете, как-то, возможно, не дает справедливого отношения. Любовь есть, но все-таки человек как-то желает удержаться где-то, где-то не сжечь какой-то мост, остаться где-то на плаву, да? Остаться где-то, а где-то еще. И здесь женщина буквально, знаете, как на краю. Она, возможно, не знает, как ей лучше поступить. Вроде бы и человек мне дорог, и чувства у меня к нему есть. Но это вот четкое ощущение, что нет справедливости, нет того, чего я хочу, нет того роста, которого я так желаю. И я вот как на краю этой пропасти, да, боюсь свалиться буквально, да. Я вот размышляю, упаду я или я все-таки выйду, да, на солнце, выйду вот к какому-то свету и какой-то справедливости вообще в своей жизни, потому что действительно эти отношения, они имеют право на жизнь, да, потому что здесь есть чувства, здесь вот есть как полнота неких чувств. И вот и колесница указала, что здесь очень возможно будущее. Но вот как-то желание справедливости именно со стороны женщины. Я хочу вот справедливости в своей жизни. Почему я должна быть, возможно, в тени? Или почему я должна быть вот в таком длительном каком-то ожидании? Я хочу подниматься, я хочу развития, я хочу переходить на новый этап отношений, я хочу идти к чему-то лучшему. Ну хорошо, давайте посмотрим дальше. Итак, какая вы в глазах этого человека, да? Давайте, что он думает о вас? Что он о вас думает? Ну вот, да, он хотел. Он видит большие шансы на развитие этих отношений. Он видит, что здесь действительно, да, есть желание и стремление. И есть желание начинать все сначала или переходить на новый этап. Для кого-то может пройти ситуация возобновить отношения, да. Здесь человек действительно настроен действовать, девочки. И вот, вот это ваше состояние, оно очень очевидно, да, вот как-то развеется. Что он думает о вас? Вы знаете, у него какое-то вот четкое ощущение, что вот вы действительно на краю, в каком-то рубеже своего решения, что вот-вот, да, вы сорветесь и бросите вот эти все попытки, какие-то усилия, да, свои. Вы как-то, ну, знаете, как-то теряете терпение, наверное, да? Здесь может пройти такая ситуация, что женщина теряет терпение, хочет знать, может ли что-то вот быть, или вот я вот в этой иллюзии, да, в этой тени вот так и останусь. Мужчина это видит, мужчина это чувствует, он боится вот этого разрыва вашего, он боится, что вы отрежете, да, но у него вот такая может быть ситуация, какая-то острая, то есть ему нужно выбирать, пришло время. Пришло время действовать, пришло время выбирать. Ну вот старший аркан Шут говорит о том, что этот человек готов. Давайте посмотрим еще, что ты думаешь об этой женщине, что у тебя в мыслях. Вы очень маните его, вы очень маните, вы такая волшебная, вы такая загадочная, вы такая прекрасная. Вы вот настоящее чудо и сказка вообще в его жизни. Нечто необыкновенное. То, что очень сильно выделяется из вообще его жизни, такой мирской, простой, материальной. Он хотел бы быть победителем, он хотел бы как-то, знаете, развеять вот все ваши сомнения и доказать вам, да, что он все-таки стоящий мужчина, мужчина, которого стоит ждать, за которого, знаете, стоит как-то каких-то усилий. Каких-то усилий. Вот ему не нравится так, как сейчас. Вот действительно, да, вот видно, что чувства есть, и, возможно, и отношения есть. Но есть вот какая-то ситуация, которая вот не устраивает ни вас, ни его. И вот эту ситуацию он очень хотел бы, знаете, как-то побороть. Потому что вот он ждет. Чего ты ждешь? Вот повешенный, все, вот как-то он пока что, да, размышляет, как ему действовать, как ему найти правильный вариант, как ему найти правильный выход из ситуации, как ему действовать вообще в вашу сторону. И он вот в этом каком-то зависшем состоянии, в каком-то ожидании находится. Возможно, вы ждете время встречи, возможно.
Возможно, да, вот какое-то расстояние, оно играет здесь большую роль, и вы ждете встречи. Возможно, у вас вот какая-то ситуация сложно завязанных отношений, и здесь тоже, да, человек вот как-то ожидает встречи. Но вот какого-то решения, хоть и, да, есть такие импульсы действовать, отрубить, отрезать, но в конце концов, да, в каком-то порыве своих чувств, в порыве своих мыслей, он вот как-то все-таки зависает. То есть вот он может даже вам говорить, да, что вот все будет, но какие-то обстоятельства и личные страхи человека, они его останавливают. И, возможно, вот вам и говорит, все будет, и вот затягивает время. Что он думает вообще, да, о вас, о ваших отношениях? Ну, что вам сказать? Вы женщина для стабильных отношений, и уже пришло время. И он четко понимает, что вы лучшие, да, что вообще судьба могла привести к нему вообще. И он благодарен этой судьбе, что вы появились в его жизни. Почему ты так тянешь? Почему, да, ты как-то заставляешь эту женщину, вот просто, знаете, быть в настолько каком-то состоянии, что вот-вот, да, вот-вот. Он закрывается. Он закрывается, он как-то или дорога к вам закрыта, или человек закрывается. Но он действительно мечтает о вас и желает счастья вместе с вами. Здесь вот такая ситуация. Здесь действительно женщина очень дорога этому человеку. И любовь есть в этих отношениях, но нет какой-то справедливости, справедливого отношения. Все-таки немножечко есть такой момент, что мужчина тянет одеяло на себя. То есть он желает быть всегда в выигрыше. И здесь женщина, знаете, женщина влюбленная, она может, знаете, не понимать и не видеть, но все-таки чего-то не знать, да, но все-таки она четко ощущает, да, что вот еще немножечко, и я сорвусь, я, возможно, брошу эту вот затею, эту идею, да, быть с этим человеком, наступлю своей любви на горло. И как-то буду идти дальше, потому что уже нет у меня терпения ждать вот этой справедливости в своей жизни. Сколько можно быть в тени, сколько можно вот как-то быть в каком-то ожидании, и будет ли вообще что-то. Потому что, ну, конечно, очень хочется отношений, но какие-то, да, вот, возможно, нет уверенности в женщине. Ну, вот в мужчине. У женщины нет уверенности в мужчине. И вот его мысли, да, вот вроде бы и действовать хочет, и, возможно, даже обещает и говорит, что все, вот-вот-вот-вот, жди. И вот эта бесконечная спираль ожидания, она просто вот и держит эту женщину на краю этой пропасти, что вот, ну вот еще немножечко и точно, да, я буду как-то действовать уже по-иному. Почему он так поступает? Ну, он как-то вот закрывается, почему-то закрывается, вроде и мечтает об этой женщине, и желает с ней будущего, но закрывается. Вот, вот желает он как-то, чтобы дорога открылась к вам. Я вам хочу сказать, что здесь может идти нечто материальное, которое он боится потерять, к сожалению, да, вот как-то человек все-таки держится за что-то очень земное. Ну, давайте посмотрим подсознание твое, покажи нам, что у тебя в подсознании. Подсознание, четкое понимание, что нужно отрезать, и нужно как-то действовать, прорваться вперед. И вроде бы я бы вам сказала, что и сила у него есть, потому что и чувство есть, и сила есть на это движение. Но есть вот какой-то крысюк, понимаете, есть какая-то вот, какой-то момент, который его просто вот переводит в паш пентаклей. То есть, ну, очень медленно, ну, очень не скоро, ну, очень что-то материальное сдерживает этого человека. Давайте посмотрим еще, да, как ты видишь для себя эту ситуацию. Вот он хочет вам объяснить о своих ограничениях, почему он не может поступать так, как ему бы хотелось, и как бы он, так как он вам обещает, потому что здесь действительно мужчина вот как тянет время. И вот как он видит для себя эту ситуацию, вы безмятежно для него прекрасная женщина, которую он хочет обнимать, и хочет все-таки, да, как-то вам объяснить, возможно, да, в некой степени вот какой-то разговор, но этот разговор таков, что как-то
настолько переубедить вас, что вот эти ограничения вот настолько важны, что я вот как-то вот по-иному не могу. То есть он буквально как желает, знаете, переломить женщину, дабы она не сопротивлялась каким-то его планам, его видению этой ситуации. Ну, давайте посмотрим, как ты видишь для себя эту ситуацию. Ну вот, девочки, да, здесь есть любовь, но если вы вот в треугольнике, здесь очень все сложно, да. Мужчина желает, чтобы вы все-таки дали ему шанс, потому что он хочет отношений, но вот эти, в чем эти ограничения? Покажи нам, в чем эти ограничения? Ну вот материальные, девочки, все-таки, да, вот как-то он хочет и здесь счастье укусить, и там ничего не потерять. Очень вероятно, что здесь треугольник. Если не треугольник, здесь идет момент, как мужчина все-таки не дотягивает. Все-таки он мало старается. Давайте посмотрим, стараешься ли ты, дабы объединиться с этой женщиной, дабы быть с этой женщиной. Но он прекрасно понимает, что вы этого достойны, и что вот так вот было бы очень правильно, да, в его жизни. Но этот человек, понимаете, по императору, возможно, желает владеть еще чем-то, да, чем-то, что он скрывает. Или, возможно, вас он хотел бы еще скрывать. Если человек не свободен, он хотел бы вас скрывать. И вот какие-то мысли, да, вот идут. Мысли все время идет какой-то выбор. Выбор, как ему действовать с вами, как быть. И очень-очень, да. И с одной стороны, он хотел бы вас одарить, дабы вы, знаете, были вот такой роскошной, прекрасной в его объятиях, но, вот он буквально, знаете, желает вас переломить, что вот у меня ограничения, пойми меня, да, пойми меня. Но дело в том, что он как-то не дожимает, он как-то, знаете, в его силах изменить ситуацию, в его силах изменить ситуацию, в его силах вот эту справедливость, знаете, привести все-таки в вашу жизнь. Именно в его силах. Но он тянет время, но он вот как-то не дает женщине то, что ей нужно. Если треугольник, нечто материальное его может держать, потому что вижу, что к вам чувства есть. Если же вы точно знаете, что вот вы свободны, и расстояния, возможно, между вами нет, этот человек просто, знаете, вот ему так удобно, ему так хорошо прийти, любить вас, восхищаться вами, но какого-то, да, идти дальше на следующую ступень отношений, вот он не дожимает, он имеет силу, имеет возможность, но не дает вот этой справедливости этой женщине. Давайте посмотрим на чувства мужчины по отношению к вам. Давайте посмотрим. Почему-то сейчас еще пока что, да, вот он как-то вот тянет время. И желает, да, чтобы оно вот как-то вот так продолжалось подольше, подольше. Угу. Вот вы знаете, он хочет, чтобы вы его любили. И здесь вот проходит четкая какая-то вот игра, да, со стороны мужчины. То есть в его силах дать вам больше. В его силах дать вам больше любви, больше чувств. Некую материальную, да, вот материальный фундамент. Все это в его силах. Но он вот как желает, знаете, как какого-то восхищения, любви. И как-то вот тянет время и не дает нужной отдачи. Здесь идет, девочки, некий дисбаланс. Несмотря на то, что взаимная любовь, и он вам нравится, и все очень хорошо, но здесь идет дисбаланс. Здесь мужчина желает и получает больше. И вот этот дисбаланс, он вас и держит на краю этой пропасти. Мужчина слишком много получает от вас. И да, он боится, что вы ускользнете, но он не спешит действовать, чтобы вас как-то удерживать или как-то. Вот ему хочется, да, вас переломить, чтобы было так, как ему нужно, так, как ему нравится. И чувства у него есть, понимаете, это такая влюбленность, любовь, ему так хорошо с вами, но вот менять свою жизнь, да, дать вам то, чего вы заслужили, чего вы достойны, он не спешит.
И здесь идет такой момент, дисбаланс длительное время в таком ритме, да, это будет плохо. Потому что я вижу, что вы очень много вкладываете в этого человека, много эмоций, много чувств. И страданий каких-то, и стенаний, возможно, и любви безмятежной. И вот вы как из со всех сил, да, стараетесь, вкладываетесь в эти чувства. Мужчина, знаете, как мало отдает, да, он должен отдавать больше. Я хочу посмотреть, что этот дисбаланс, к чему это может привести. Давайте посмотрим, возьмем другую колоду. Самую. Посмотрим, к чему может привести этот дисбаланс в ваших отношениях, что вот женщина дает больше, мужчина меньше. Вам, возможно, кажется, ой, нет, у нас все такое равноправие. Девочки, карты показывают, что мужчина просто из вас пьет кровь. К чему может привести такой дисбаланс? Вот смотрите, к истощению вашему энергетическому. Ну вот вы недовольны тем, что есть. Это просто вас, знаете, как истощает. Это приведет просто, знаете, вот четко идет дисбаланс. Мужчина в силе, мужчина двигается вперед, мужчина устраивает свою жизнь, знаете, живет припеваючи, упиваясь вашей энергией. Вы же, знаете, как-то вот тратите очень много на него. Очень много на него тратите. К чему это приведет? Ну вот мужчина в силе, да, мужчина набирается энергии. Для женщины что это значит? Да, ну вот идти к другому берегу. В какой-то момент действительно здесь женщина может сорваться и идти к другому берегу. Вот здесь буквально идет половина. Половина того, что он должен вам давать. Это, знаете, как же объяснить? Здесь, знаете, у нас все сейчас неправильно. Не только в этих отношениях вообще. У нас все, знаете, перемешалось, все не так, как должно быть. Женщина – это принимающая энергия. Она должна принимать, дабы аккумулировать в себе вот то, что ей дали, и давать на обратно, то есть равную долю должна отдавать. Измененную энергию должна давать мужчине. А у нас получается так, знаете, и люди, и кони, и все вместе. Это не только проблема вот именно в этом раскладе. Это проблема вообще сейчас в отношениях между женщинами и мужчинами. Мужчины почему-то считают, что они никому ничего не должны. А вот женщина должна всегда, и чаек подай, и вот это так должно быть, а это так. И женщина сама как-то, да, идет какие-то шаги, идет навстречу, что-то делает. А мужчина просто вот потребляет. К чему это приводит? Мужчина не получает нужной энергии. Он получает, ну вот знаете, такую вот неполноценную энергию от женщины. Потому что для того, чтобы женщина дала ему полноценную энергию, он должен вложить в нее что-то, да? Он должен ей что-то дать. Тогда она в полной мере правильную энергию направляет в мужчину, и мужчина имеет силу добиваться вершин, да, богатеть, иметь успех, все иметь. А так вот он, знаете, как-то вот в такой неполноценной энергии, потому что женщина ему правильную энергию дать не может, потому что энергию ей не отдает он. Ой, надеюсь, что вы меня поняли. Давайте посмотрим. Какая мысль не выходит у него из головы? Опять выходит манипуляция, опять выходит вот какая-то вот такая ситуация. Мужчина балансирует, не знает, что ему выбрать и как ему быть в выгоде. К сожалению, девочки, несмотря на то, что здесь есть чувства, да, что здесь есть вроде бы и некие взаимные чувства, здесь мужчина вот как-то вот так, да. Вот все балансирует, все вот маг балансирует, маг манипулирует просто, понимаете? И здесь, и там, и везде. И вот каких-то он вот размышляет, как бы ему, да, как бы ему ловить все шансы, ничего не потерять, нигде ничего не оставить, все выгребсти, понимаете, под ноль. Давайте посмотрим, как женщине здесь быть, дабы быть в выигрыше, да? Не обязательно с этим человеком, потому что вижу, несмотря на то, что первая карта очень хорошая,
здесь какие-то вот неполноценные отношения. Как женщине быть выигрышей? Как ей поступить? Совет для нее. Девочки, оценивайте мужчину по его поступкам. Давайте ему энергию по его вложению в вас. Не расплескивайте, потому что я вижу, что здесь женщина, знаете, как со всем желанием, со всем стремлением вкладывается в эти отношения. Будьте для него загадкой. Знаете, как-то надо урезать немножечко, потому что вы балуете этого человека. И он, знаете, как-то расслабился совсем. Давайте посмотрим еще. Может ли эта женщина обрести счастье с этим человеком, быть вообще с ним в паре? Как-то быть в паре, быть в паре равноправной, быть в паре правильной в этих отношениях. Здесь, знаете, такое одиночество вдвоем. То есть вроде бы вместе, вроде бы нет. Вроде бы как тайная женщина, знаете. Одиночество вдвоем. Вроде я и в паре, и вроде я и одна. И вот, знаете, императрицей вы будете в других отношениях. Императрицей будете в других отношениях. Здесь, к сожалению, тяжелый какой-то вот получился у нас первый расклад. Но ставьте лайки, подписывайтесь на канал, я буду очень рада. Для того мы и делаем расклады, дабы вот как-то разобраться в себе, разобраться в этих отношениях и сделать как-то правильно, правильный выбор. Правильно поступить вообще в своей жизни. Потому что, знаете, вот по этому раскладу человек просто, ну, ему очень хорошо, я вам честно скажу. Вы ему и нравитесь, и у него вообще все в шоколаде, и вообще все очень классно. Но вы истощаетесь энергетически рядом с ним. Вам кажется, что у вас прибывает энергия, что вы на таком подъеме, на таком полете, но вот карты показывают, что со временем вы почувствуете этот отток энергетический. Вы почувствуете, что нет справедливости вот в ваших отношениях. Итак, на этом первый расклад почему-то вышел тяжелый и вышел он длинный. Давайте посмотрим дальше. Итак, второй вариант. Если вы слышите, что информация о вас, значит это ваш расклад. Нет, выбирайте, пожалуйста, другой или, возможно, другое видео. Итак, что между вами сейчас на сегодняшний день? Так. Мужчина хочет испытать свою судьбу. Здесь может пройти ситуация, что вы в неком знакомстве. Мужчина вас очень заинтересован, но, возможно, на сегодняшний день вы немного холодноваты. Или вы на расстоянии, или, возможно, вы холодноваты по отношению к этому человеку, потому что вы звезда. Прекрасная, холодная, далекая. То есть здесь может пройти как и ссора, да, между людьми, так и некое непонимание, недопонимание. Но вот человек как-то желает испытать свою судьбу. Здесь даже может пройти ситуация, что этот человек ходит, заглядывает, засматривается на вас. И вот хочет испытать свою судьбу, потому что действительно о вас очень много думает этот человек. Хочет испытать судьбу, есть ли у него шанс. Есть ли у него шанс быть с вами. Давайте посмотрим еще немножко. Что между вами сейчас? Так, хорошо. Здесь вот такая вот ситуация между вами. Если вы на расстоянии, человек действительно хочет укрепление отношений, хочет свои шансы, да, не потерять, потому что здесь есть чувства, здесь есть любовь,
Здесь все очень хорошо, но, возможно, есть вопрос некий. Ну вот, мужчина или зарабатывает деньги где-то, да, далековато от вас сейчас. Но по справедливости этот мужчина хочет многое вам дать. Да, он желает и роста, он желает и одарить свою женщину, он желает что-то привнести в жизнь своей женщины. Возможно, этот мужчина на расстоянии по причине работы, потому что здесь он выходит как человек, который зарабатывает деньги. И здесь идет ситуация, как человек по справедливости желает привнести в вашу жизнь не только любовь, но и нечто материальное, чем-то подкрепить свои чувства. Здесь может быть ситуация, у мужчины большие планы на вас, большие желания любви с вами, но, возможно, сейчас вы не совсем вместе, или какая-то, да, ситуация между вами, или вы действительно на расстоянии с этим человеком. Но здесь любовь, здесь планы на будущее. И дабы эти планы осуществить, мужчине, да, нужны какие-то материальные блага, финансы. И он очень старается, да, обрести какую-то уверенность в материальном плане, чего-то добиться, что-то заработать. Как-то мужчина в неком движении. И я вам хочу сказать, что у него много сил, потому что он как-то понимает, да, что вы именно та женщина, которая ему нужна. Если у вас это новое знакомство, человек желает проявиться в вашу сторону, потому что видит вас ту женщину, с которой он мог бы построить очень красивые отношения, основанные на любви, основанные, знаете, как правильно, по справедливости. Ту женщину, да, для которой я хотел бы стараться, с которой мы вместе бы росли, развивались и строили свое будущее. Давайте посмотрим, что этот человек думает о вас. Что он думает о вас? Вы настоящее солнце. И да, вы очень такая, знаете, женщина. Ну, я бы сказала, в некой степени даже строгая. То есть вы оцениваете его по его же поступкам. И да, он понимает, что если, ну вот как сказать, вас надо добиваться, за вас нужно бороться, но вы того стоите. Вот эта женщина, она несет счастье, она несет такое тепло, нежность, стремление, да, движение вперед. Этот мужчина, он понимает, что вы его оцениваете по его поступкам, что здесь, знаете, не какое-то затуманенное состояние, потому он и видит вас ту женщину, с которой можно строить отношения нормальные, да, стабильные, реальные отношения, потому что здесь идет момент, что она меня оценивает как мужчину по поступкам моим. Не по какому-то, да, иллюзорному, я не знаю, как мне двигаться и что мне делать, или любит, не любит, нравлюсь, не нравлюсь. А здесь мужчина понимает, что чем больше я буду проявляться к этой женщине, чем больше я привнесу хорошего в ее жизнь, тем больше шансов, да, обрести любовь с этой женщиной и быть с ней счастливым человеком. То есть он понимает, что вы его воспринимаете справедливо, что вы его оцениваете справедливо, и что да, вы можете дать очень много, что вы можете быть его солнцем. Или, возможно, уже на сегодняшний день являетесь ее солнцем, и он для себя понимает, что вот да, это женщина, для которой я готов перевернуть весь мир, да, для которой я готов сделать многое. Все, что от меня зависит, лишь бы она была счастлива и делала счастливым меня. Давайте посмотрим, что у него в подсознании этого мужчины. Мужчина желает переходить на новый этап. Боже, какая красота в подсознании. В подсознании просто красота. Он считает, что ему повезло. Вот он счастлив, он видит вас, ту женщину, которая дарит наслаждение, любовь, которая сама по себе прекрасна. Этот мужчина может много смотреть ваши фотографии, на вас много смотреть. Вот вы такой сладенький плод, знаете, такая манящая свежесть у вас присутствует. Очень, знаете, такая, как вот и нового чего-то желает. Вот если здесь только завязывается отношение, мужчина желает этих отношений, желает просто, знаете, стремительно отдаться вот этим бабочкам, да, и чтобы они его уносили. Просто, знаете, отдаться чувствам.
и считает, что ему очень повезло с вами, потому что действительно эта женщина несет наслаждение. Я просто этой женщиной любуюсь и наслаждаюсь. Так она для меня хороша и великолепна в каждом своем движении, в каждом своем проявлении. Я, знаете, как счастлив, счастлив той любви, которую мне дает эта женщина. Давайте посмотрим, как он для себя видит ваши отношения. Да? Ну, он безумно много думает о вас, очень много. Может ревновать, да, может ревновать, и может быть ситуация какая-то сейчас, да, что я вот не могу сейчас, возможно, проявиться так, как надо, да, не могу показать всей страсти своей, всей своих мыслей. Мужчина ревнует. Как он видит для себя эту ситуацию, он очень много думает о вас и ревнует, боится, что вас уведут. Вот такая ревность. Почему ревнует? Потому что, ну вот, видит вас, да, подсознание женщины просто, которая дарит наслаждение. Конечно, мужчина будет ревновать. Вы далеко ему не безразличны. Вот так много мыслей. И иногда, знаете, возможно, если вы на расстоянии, он для себя думает, ну вот, а вдруг такое случится. Или какая-то ссора сейчас между вами, да, и как-то мужчина размышляет, а вдруг, да, она полюбит другого, а вдруг у нас вот ничего не получится. И эти мысли, они просто вгоняют его в какое-то депрессивное состояние, я бы даже сказала. Ну, покажи нам, да, что сейчас, как ты видишь для себя эти отношения, как ты видишь для себя. Ну, здесь любовь, девочки, двоечка чаш. И здесь семерка чаш, и двойка чаш. И да, действительно, идут все кубковые карты, и вы его радуете, и вы являетесь его женщиной, любимой для него. Но как-то, ну, покажи нам четверку, да? Ну, что-то он хочет объясниться с вами, какого-то разговора желает, да? Возможно, вы где-то на каком-то этапе находитесь, и вот он желает продолжения, продвижения, развития этим отношениям. И где-то, да, вы приостановились, потому что здесь идет момент, что нужно поговорить, дабы двинуться дальше. Но, да, что бы ты хотел сказать этой женщине, да? Я бы хотела сказать, что она безумно манящая для меня. Я бы хотела ей сказать то, что, да, возможно, я не договариваю где-то я не могу словами объяснить свои чувства. Но это не значит, что их нет. То есть еще как спрятанные чувства. Чувства, которые, да, пока что женщине не сказано что-то. Вот что-то он хочет вам сказать. То, что он вас от вас скрывает. То, что скрывает, да. Хочу быть твоим императором. Хочу иметь, да, с тобой отношения. И страсть такая бурлит в этом человеке. И боится он, конечно, отказа вашего, боится вашего какого-то, да, какой-то реакции, возможно, вашей. Не знает он, как вы отреагируете, да, но очень надеется, что все получится и что он сможет наслаждаться вместе с вами плодами своего труда, да, какими-то успехами, сможет разделить с вами, да, свой успех и от этого быть еще более счастливым человеком. Ну что ж, давайте посмотрим на чувства этого мужчины, его чувства к вам сейчас. Вот почему-то вот боится человек потерять вас, очень боится потерять. Как-то, да, что-то несказанное между вами, что-то вот несказанное, это несказанное, она очень как-то его волнует сейчас. Он как окаменевший, да, вот как-то он... Покажи нам. Девочки, мужчина желает с вами счастья. Вы действительно единица Земли. Это все-таки счастье такое простое, мирское, реальное счастье. Не что-то, да, придуманное и висящее в воздухе, а все-таки человек желает вот с вами счастья. И как-то он размышляет для себя, а откроется ли для меня это счастье? Откроется, да, или все-таки отдаст холодком и закроется от меня, и я как-то потеряю эту женщину. Очень боится мужчина вас потерять, действительно, очень боится. Где-то он, понимаете, каких-то чувств вам не говорит, а иногда думает, боже, а если бы сказал, возможно, все было бы по-иному. И как-то он вот немножечко терзается, этот мужчина, но все же, да, он желает какого-то вот такого, вот
какого-то реальной жизни, да, с вами, где будет любовь, где будет страсть, где будет огонь. Но, возможно, все это должно быть за закрытой дверью, да, вот чтобы только мы вдвоем. Желание как-то вас закрыть, возможно, от всего мира, закрыть и сохранить свою любовь, да, как-то безопасность, чтобы была любовь, чтобы его была в некой безопасности. Я вам скажу, что человек готов идти вам навстречу, он желает, да, как-то какой-то свой шанс ухватить, потому что вы действительно очень ценная женщина для него. Почему-то сейчас вот остро стоит вопрос, я боюсь ее потерять. Что между вами произошло? Ну вот почему-то вот пятерка кубков показывает, что это что-то, да, или ссора, возможно, какая-то, или, возможно, вот какой-то разлад, или вот расстояние, да, вот человек в какой-то ревности находится. И очень хочет все это изменить, хочет как-то обезопасить свою любовь, потому что действительно видит в вас ту женщину, с которой он мог бы быть счастливым. Да, я хочу вот развития, я хочу продолжения. Мне мало того, что есть сейчас. Мне мало вот, возможно, каких-то писем, каких-то звонков. Мне этого мало. И да, есть момент, да, что нужно ждать. Но она моя королева. Она моя королева кубков. Очень, знаете, желанная и любимая женщина мной. Но вот девятка воздуха опять показывает нам о каких-то вот мыслях тяжелых, да, ревностных, беспокойных мыслях по отношению к вам. То есть человек все-таки хочет как-то вот укрепить свою позицию в вашей жизни, чтобы вот как-то, да, чтобы мое счастье, моя любовь была в безопасности. Потому что вот сейчас идет какая-то, знаете, как опасность, да, что вот женщина может закрыться, что вот женщина может, возможно, обиделась, да, что, возможно, кто-то другой может появиться. Ну, то есть, это человек в таких опасениях, что может вас потерять. Давайте посмотрим, что ты думаешь чаще всего. Боже мой, как красиво. Ой, ой, девочки. Вот смотрите, вышло солнце. Туз кубков и рыцарь кубков. Какая мысль не выходит у него из головы, что вы прекрасная женщина, и он очень хочет счастья вместе с вами, что вы являетесь этим счастьем, что он любит вас, и он это признает и понимает, и очень желает проявляться и идти в вашу сторону с любовью, насыщая, наполняя ее любовью, счастьем, заботой. И, знаете, хотел бы вас оградить от всего, знаете, плохого в мире, чтобы ваша жизнь была все лучше, все краше. Вот такой вот у нас второй вариант. Ставьте лайки, подписывайтесь на канал. Если вам понравилось, я буду очень рада. Мы будем идти дальше. Итак. Итак, третий расклад. Если вы слышите, что информация о вас, значит, это ваш расклад. Нет, выбирайте, пожалуйста, другой или, возможно, другое видео. Итак, что между вами? Здесь вот такая ситуация. Здесь может быть какое-то начало, и почему-то оно притормозилось, вот это начало. Вроде бы понравились друг другу, вроде бы есть какая-то симпатия, но вот уперлись мы в четверку мечей, какую-то невозможность, отдаленность. Какого-то момента, возможно, да, вот что-то где-то остановилось. И есть симпатия, есть чувство, возможно, есть какая-то переписка. И вроде бы начало есть, а вот продолжения нет. Вот продолжения нет. Здесь может пройти ситуация, что вроде бы люди начали какое-то общение, и но в какой-то момент мужчина мог пропасть, затихнуть, и вот как-то, да, вот почему-то какая-то остановка могла произойти. Хоть была такая симпатия, были все, знаете, признаки того, что все будет хорошо. Но здесь буквально как черная кошка пробежала, да, между людьми. Вроде бы такой был толчок и такое желание идти вперед, и как все остановилось. Ну, покажи нам, что между этими людьми. Покажи нам. Как-то тяжело,
Тяжело. Тяжело прийти к тому, чего хочешь, да, о чем мечтаешь. Тяжело прийти. Есть какое-то четкое препятствие, какая-то черная кошка. Это может быть кто-то третий, да, или четвертый даже. Потому что здесь вот такая вот ситуация, что как-то все началось, и почему-то в какой-то момент так усложнилось. Так усложнилось, просто дальше некуда. Очень тяжело идут эти отношения. Здесь также может пройти ситуация, что женщине тяжело сейчас. Что женщина как-то вот не может справиться вот с этим каким-то своим внутренним ощущением. Ну покажи мне, что между этими людьми. Покажи мне. Ну вот интересно, да, вроде бы карта показывает, что здесь у мужчины есть желание, у мужчины есть чувства. И здесь может быть даже нечто большее, да, но почему-то вот, вот какая-то вот как черная кошка, да, все так сложно, все так усложнилось. И просто, да, вот как-то, как вот на этой карте, да, вот мужчина в кандалах, а ключ у него в руках. То есть он может освободиться, но он просто взял этот ключ и сидит в этих кандалах. Вот такая вот ситуация, вот такая вот ситуация, что ключ у него есть, а ключ к чему? А ключ к прекрасному будущему. Ты можешь любить эту женщину, ты можешь быть с ней. Но этот мужчина просто, знаете, взял вот этот ключ и сидит, бездействует. Оградил, знаете, как сложно, тяжело. Тяжело, но выход же есть у тебя в руках. И здесь вот карта тоже нам указывает, что тяжело, но выход есть, и он как освещенный, и он как есть мост некий, которым можно пройти. Хорошо, давайте посмотрим, почему ты загоняешь себя в какой-то вот угол, почему ты так поступаешь. Ой, девочки, вот смотрите, почему ты так поступаешь? Потому что я хочу быть императором, я хочу давлеть, я хочу иметь власть над этой женщиной. Поэтому я ее в состоянии повешенного, да, держу, выдерживаю некое время. Девочки, я ничего не могу сделать, просто вот так выходят карты, и я так и говорю. Да, здесь есть возможность. Здесь есть даже некая влюбленность со стороны этого человека. Есть возможность строить очень красивые, хорошие отношения. Но этот мужчина затеял некую игру. Он желает эту женщину переломить. Он показывает, что все очень сложно. И может сейчас, когда, и имея возможность двигаться, да, имея в руках ключ, он держит себя в кандалах. Он выдерживает некую паузу. Почему? Потому что хочет иметь власть над этой женщиной. И для того он повешал ее. Повесил ее вот в состоянии повешенного и в состоянии ожидания. Знаете, зачем стараться, зачем вкладываться в отношения, тратить свою энергию, если я вот выжду время, а она потом придет, сама все сделает на блюдечке с голубой каемочкой, себе, да, подарит, себя подарит этому человеку. Зачем стараться? Ну, здесь вот такая вот ситуация, девочки. И вы, возможно, думаете, ой, что-то не получилось, что-то он затих, что-то, возможно, во мне не так, я что-то делаю не так, я как-то, да, что-то не так сказала, не так выглядела, я где-то полновата, я где-то, да, худощавая, я где-то, да, волосы у меня не такие. Все это ерунда, девочки, все это сделано для того, чтобы именно так вы и думали, чтобы вы как-то, да, все свои минусы вспомнили. И когда он вот соизволит прийти, да, вот этим ключом свои кандалы откроет, чтобы вы вот были безмятежно рады и приняли его. Это просто четкая манипуляция, девочки. Какая вы в глазах этого мужчины? Он много думает о вас, много думает. Вы сильная женщина. И вот ему, да, дабы было проще с вами бороться, дабы проще было взять от вас то, что он хочет, он и держит вас вот в этом состоянии.
Ну, мощная женщина, мощная, просто классная. Просто классная. И вот только таким образом он как-то может от вас чего-то добиться, да, как-то чтобы ваша какая-то гордость улеглась, да, как-то вы, чтобы и шли быстрее на контакт с ним. Потому что сейчас вы знаете, вы как, знаете, здесь вот такая какая-то обратная реакция идет. То есть этот мужчина хочет добиться от вас большего, да, большей какой-то отдачи, дабы вы поддались ему быстрее, да, он как-то вас подвесил и ждет, да, а вы же в это время просто принимаете четкую позицию обороны, что да, а вот теперь попробуй, а вот теперь попробуй. Потому что, да, вот именно девятка мечей, вот как-то он думает о том, что дабы ослабить ее сопротивление, понимаете, дабы ослабить ее сопротивление, он держит вас в состоянии вот такого повешенного, дабы ослабить сопротивление этой женщины, дабы она вот по умеренности шла быстрее на контакт со мной. Здесь мужчина появится. Если вы переживаете, что вот он пропал, не звонит, не пишет, он появится. Он напишет, он проявится, он появится. Но он вот просто вот это такая какая-то игра, да, дабы ослабить ваше сопротивление. Давайте посмотрим. Давайте посмотрим. Но вы знаете, что почему-то идет ощущение, я вот хочу посмотреть, какой эффект это имеет, потому что у меня четко идет ощущение, что вы наоборот, да, ваше состояние сейчас, да, по отношению к этому человеку. Вот я жду, да, я ожидаю, я жду. Я вот не знаю всей правды, я не понимаю, что происходит, и я вот жду. Вы ждете. А он просто, знаете, как желает ослабить ваше сопротивление, этот человек, чтобы все быстренько ему досталось, чтобы он меньше энергии вкладывал в вас, и чтобы вот все так, знаете, было ровно, гладко. Хорошо, давайте посмотрим. Подсознание, какая вы? Мужчина проявится, мужчина здесь точно, мужчина напишет, мужчина позвонит, если вы уже даже длительное время, да, как-то вот он не выходит на связь, он появится. И хочет, да, чтобы вы дали какой-то, да, будет, что будет новый толчок, новый какой-то этап, новая возможность, да, что все очень быстро будет развиваться. Что вы вот оцените его какой-то поступок, что вы вот как-то вот примете. Но и, конечно, он опасается, что вы можете среагировать по-иному, что вы можете как-то его, знаете, раскусить, перекусить и вообще. Что у тебя в подсознании по отношению к этой женщине? Я просто, знаете, в шоке от этого расклада, честно. Вот угроза, вы знаете, вы сильная женщина, вы роковая женщина для этого мужчины. И вот это его игра, то, что он вот затеял, да, вот он понимает, что есть большой риск, есть большая угроза, что ничего не получится у него, да, что он не получит любви. Но у него есть чувство, но он такой хитрый, знаете, он такой, вот понимаете как, он хочет от вас любви, но чувствует угрозу, что он этой любви не получит. Не получит, потому что вы окажетесь сильнее, и эта ситуация просто, знаете, будет обречена. Потому что вот где-то, да, его игра пойдет не по его нотах, где-то его музыка не будет звучать так, как ему надо, и тогда ничего не получится. Но этот мужчина, он проявится к вам, он проявится, и он хочет, знаете, вот чтобы все было быстро, молниеносно. Он как-то не желает тратить время, знаете, как-то ухаживать красиво, дарить цветы. Он хочет какого-то молниеносного развития событий. И понимает, что есть угроза того, что любви он не получит, что вы окажетесь сильнее, победите вы его и оставите его вот этим морским чудовищем на берегу без какого-либо шанса. Давайте посмотрим, как ты видишь эту ситуацию, да, как ты видишь эту ситуацию для себя, как мужчина видит ситуацию для себя. Ну,
Ну, вы знаете, как он видит, что здесь надо работать, чтобы был рост, чтобы было развитие в полной мере, правильное развитие этих отношений. Здесь нужно работать. Здесь нужно вкладываться в эту женщину. Просто нужно, знаете, и по семерке пентаклей, по восьмерке пентаклей. Здесь нужно и финансово вкладываться в эту женщину, что-то ей предлагать, условия, да, какие-то романтичные вечера, проявляться к этой женщине. Это все нужно. На это нужны финансы, да, на это нужно время, энергия. А ему, как знаете, ну что тратится, да? Давай по-быстренькому и все. Вот я прискочу, да, и она будет на все согласна. А может и нет. А может, да, она вот настолько сильная, что нифига у меня не получится. Он понимает, что нужно вкладываться, а он хочет, знаете, как наскоком. А наскоком ничего у него не получается, потому что эта женщина знает себе цену. Единственное, что ему может, знаете, достаться, это вот... Может украсть вот клочок локон, да, из ее волос. Он как желает, да, взять что-то от вас. Здесь вот так вот идет, что-то взять. Прогнуть, понимаете, эту женщину. Вот есть желание буквально, знаете, прогнуть эту женщину. Чтобы было так, как я хочу. Просто взять то, что мне нужно. Понимаете, вот, наслаждение, страсть, вот это все, я все это очень хочу. Я хочу вот, это, чтобы эта женщина просто, знаете, там, как кошечка вокруг меня вертелась. Ну, для этого нужно ослабить какое-то ее сопротивление, для этого нужно как-то ее подержать в каком-то состоянии непонятном. А потом вот я появлюсь, весь такой принц, да, на коне, и она будет более благосклонна ко мне. Давайте посмотрим. Чувства твои к этой женщине. Вот сам себя наказывает. Почему? Понимаете? Потому что все может пойти кувырком. Какие-то шансы, возможно, он уже потерял. И своей вот этой игрой, да, только все усложняет. И что он чувствует? Да, чувства есть у этого мужчины. Безусловно. И есть желание какие-то шансами какими-то воспользоваться. Но на сегодняшний день сам себя наказывает. Да, хочет как-то выиграть какую-то ситуацию с вами. Но много думает о вас, вы действительно его интересуете. И здесь идет такой момент, что есть какая-то влюбленность, увлеченность этого мужчины, да, что вот желание обладать вами, оно есть. И этот мужчина, если вы ждете звонка, ждете какого-то проявления, оно будет. Но этот мужчина как буквально желает свое поставить сверху и прогнуть эту женщину, дабы она ослабила какую-то свою защитную реакцию, дабы она вот как-то не сопротивлялась, чтобы... С меньшим ресурсом, скажем так, не так много вкладываться в нее, потому что здесь за женщиной нужно ухаживать, здесь женщине нужно дарить подарки, дарить цветы. Если, да, создать романтическую обстановку где-то, да, вот как-то потратиться, скажем так, на эту женщину. А он как-то вот желает послабить ваше сопротивление, чтобы все ему легче пришло, поэтому он и держит вас так. В непонятном состоянии. Давайте посмотрим, какая мысль у тебя не выходит из головы. Печальная мысль о том, а правильно ли я поступаю, а правильно ли я действую. Интересно. Правильно ли я поступаю, правильно ли я действую вообще, в правильном ли я направлении иду. Какая мысль не выходит у тебя из головы? Ну, вы знаете, сильно хочет поговорить, позвонить, и как-то, возможно, между вами вот какая-то ссора произошла, и мужчина очень хочет проявиться. Но вот сейчас он буквально, знаете, мечется между тем, чтобы проявиться к вам, и между тем, чтобы просто, знаете, как-то думать о вас. Мужчина в каком-то, знаете, размышлении, что ему делать. Но вы знаете, какая его мысль больше всего волнует? Что здесь нужна трансформация, что здесь все-таки нужно выходить к какому-то свету, выходить из тени, выходить из какого-то молчания, игнора, знаете, и как-то действовать. Потому что действительно есть притяжение к этой женщине, есть чувства к этой женщине.
Ну, вот какую-то вот игру действительно мужчина затеял, и очень даже эта игра, знаете, может привести вот к такому состоянию, что если сейчас вы его ждете и как-то ожидаете, да, что будет проявление, что будут чувства, будет любовь, этот мужчина может докатиться до того, что у вас уже не будет чувств для него. У вас уже не будет какой-то любви для него, что вот все закончится вот этой тройкой мечей, и на этом будет конец. То есть этот мужчина может немного переиграть, сам себя наказывая, может переиграть. Почему так действует? Это, знаете, показатель какой-то слабости этого человека. То есть он не желает вкладываться материально, духовно и вообще как-либо в эту женщину, да? Он как-то хочет все попроще, побыстрее. И вот результат вот такой, что, возможно, сейчас вы печалитесь об этом мужчине, но когда он придет, понимаете, вы уже осознав всю эту ситуацию, совсем будете не настроены на любовный лад с этим мужчиной. Потому что если он поступает так один раз, обязательно будет повторение этой ситуации. Только будет какая-то сложность в отношениях, только что-то вы захотите от этого мужчины. И он опять будет повторять вот эту схему, да, отношения с вами. И поэтому, в конце концов, когда он решится, да, трансформироваться и прийти к вам, вы можете уже, знаете, не ждать его. Вы можете уже быть совсем не настроены романтично в его сторону. Вот такой вот у нас вариант, конечно, выбирать вам и решать вам. Однозначно могу сказать, что этот человек появится, напишет и проявится в вашу сторону. И уже решать вам, как действовать. Но я вам, конечно, скажу, что здесь женщина очень мощная, сильная. Она, конечно, может от этого человека получить все. И как-то переломить ситуацию не так он, как она может эту ситуацию переломить. И с помощью глубоких чувств расположить этого мужчину в свою сторону, но проходит в нем вот такой момент некой манипуляции, игры, каких-то сложных, да, схем, которые абсолютно лишние в отношениях с любимым человеком. Вот такой вот у нас сегодня расклад. Ставьте лайки, подписывайтесь на канал, если вам понравилось. Я буду очень рада. Всем спасибо за просмотр. Счастья, радости, любви в ваши дома и ваши сердца. Всего вам самого лучшего и до новых встреч!